Павел Путилевич, только что закончилась последняя двусторонка сбора в Дагомысе. Я вас попрошу подвести итоги сбора, ну и этой игры в частности. То, что касаемо итогов сбора, я очень доволен, на каком организационном уровне прошел сбор и тем качеством работы, которые ребята показали на этом сборе. Тяжелый в плане нагрузок, в функциональный фундамент закладывался, все много беговой, неспецифической работы было, но ребята, скажем так, что отработали с полным сознанием того, что эта работа необходима, и она даст положительный результат в сезоне. Что касаемо второй части, которую мы преследовали на этом сборе, это просмотр большой группы новичков. В принципе, они все произвели хорошее впечатление, и мы по их дальнейшей судьбе определимся буквально в течение двух дней, с кем будут подписаны контракты. Все. Но ребята произвели хорошее впечатление, и основная масса из тех, кто был на сборе, будут подписаны контракты с командой «Факела». Дальнейшие планы по подготовке? Дальнейший план сейчас ребята получают. Сегодня разъезжаемся, мы, ребята по домам уезжают и получают 4 дня выходных. И 10 числа вылетаем из Москвы на Кипр для дальнейшей подготовки к весенней части чемпионата и участия в Кубке футбольной национальной лиги.